зашел в GTA, сейчас по-любому еще кто-то придет. Толкнусь других игроков с острова, какого острова? Сумо! Что за сумо? Ну-ка посмотрим, что за сумо. Интересно даже. На машинах, что ли? Ну ладно, две команды. Что делать? Ходить настройки, да? Ну-ка, мои друзья, у меня много друзей-то хоть. У меня даже друзья есть. А! Круто! И как их приглашать? Пригласить. Ой, чувака пригласить. Вот, приглашение отправляется. Короче, сейчас делаем автоприглашение. Вот. Всех подряд приглашает. Посмотрим, что такое столкнуть с горы. Короче, никто не хочет, ну и тогда в жопу. А пошла она в желтый пакет. Я выхожу. Пойду в другое место, куда-нибудь схожу. Посмотрю, что тут-то есть. Тут-то. Теперь против маньяка зверь вернулся. Эту фигню предлагают. Бежали куда-нибудь. А у нас дома нету даже, прикиньте. Надо дом надо купить. А чтоб дом купить, я вообще где нахожусь-то? А, это вот. Понятно. Надо хату. Это GTA без хаты. И машины все. Ты куда пришел? Постройки нельзя гулять, сказали. А вот, сейчас ну-ка попробуем. Давай, чувак. Где пушка? Не делись ты, подожди. Че орешь-то? О! Поворачивайся. Ништяк. Стрелять можно. И машину дайте какую-нибудь. Мне надо накопить денег на дом. Так, перелазь. Вон дорога, вижу. Вон тачилы стоят. Машинка хорошая. Так, и далеко нам ехать. А как карту посмотреть? О, карта. Где мы находимся? Во, у меня здесь есть идея одна. Так, надо проверить одно место. Где-то оно? Где оно? Оружейный магазин здесь, да? Да, вот. Вот сюда надо ехать. Ну, поехали. Сейчас я по... О, машина вон круче. Это машина.
Айденыч, клевер погладь меня. Это как? Как погладить тебя? Я не тебя. Оба-на. Что здесь у нас? Магазин. А, во, сейчас припаркуемся. Блин, да не туда. Вот, выходи. Сейчас я что-то сделаю. Что-то, вот. Ну, ту машинку возьмем. Пахай так. А, дорогая. Попробуем ее продать. What can the best mechanic in LS do for you? Отдать. Вот, 2800. Продать, что? Во. У меня на руках больше 5000, нифига себе. Нет. Вот сейчас мы денежку положим на карточку. Чтоб не просрать ее, конечно, денежки. И денежки переводим. У нас сейчас 27 тысяч есть. Вот. Теперь нам надо посмотреть, сколько стоит хата недорогая. Хочу обнимашки. Кто же их не хочет-то? У меня проблемы, надо смываться со стрима. Мамка пришла, да? Вот, у нас где-то здесь есть жилье. Вот это, по-моему, компания. У нас список, смотря сейчас будем. Я сейчас играю в GTA онлайн. Вот, я могу купить вот эту забегаловку. Еще я могу купить вот эту забегаловку. Здесь стрёмные какие-то дома. Так, с домом потом разберемся. Алло, Клевер, скажи, а у тебя микрофон есть? Нету. Я сейчас почему разговариваю? Можешь микрофон подключить? А я с микрофона и разговариваю. Вообще прикольно, на стриме поиграли. Вообще было прикольно. Ну, на выживание тоже сыграть. Как он играет без выживания. Майн это копать, а мы почти не копали. Стой ты. Я машину просрал. Классную, блин. Так что, Клевер, нужно делать. Давай, Клевер, у тебя есть микрофон? Я тебе сейчас подъеду. Сейчас, стой, Клевер, постой. Воу. Нет, это мне не нравится. Клевер, я еду. Сейчас приеду. Быстрее, убегать надо, сейчас чувак приедет, быстрее. Воу, быстрее, нифига ты далеко, Клевер. А нифига. Дайте мне машину, быстрее. О, спасибо, чувак. Вот, спасибо. Пошел вот. Сейчас чувак сюда приедет, надо валить быстрее. Вот. Вот это я понимаю. Мне же надо машину-то куда-то парковать. Вот не искать потом каждый раз, а? Наверное, придется все-таки купить какой-нибудь домик. Давай припаркуемся, посмотрим, где можно купить домик. Клевер, пожалуйста, стой на месте, я тебя приеду и отвезу куда хочешь. Окей? Сейчас, ага.
Кстати, Клевер, напиши мне сообщение, вот мои телефоны, там будут контакты, и там будет мой ник, и там будет отправить сообщение. Вот напиши, есть у тебя наушники с микрофоном, ты будешь разговаривать с игроками. И вообще многие говорят, у тебя не настоящий голос, но от, ну, может быть, голос от природы. От природы может быть голос. Круто. Я сейчас ищу себе хату, не мешай. А что? Ты никто не знает. Что это? Вот недалеко от центра. Вот так вот. И у меня есть дом. Надо быстрее машину в гараж. Сейчас мы найдем. Ой, Клевер, пожалуйста. Стою, подожди. Клевер, можешь двигаться? Я приеду и отвезу куда захочешь. Постой, Клевер, ладно, пожалуйста. Я доеду до машины. Вот где вы, шит! Клевер, постой, пожалуйста, я иду. О. Чего там?
Вон там ментов на себя согрел. Что за народ? И где ты идешь-то? Меня запалили. Можешь приехать за мной, пожалуйста? Гнида какая, а? Ой. Вот гнида, я поехал спасать человека, блин, а мне какой-то гад стрельнул там, блин. Где моя машина теперь? А вот ветлее. Какая стрёмная тачка. Во! Оружейный поехал. Так, Левер, если ты меня слышишь, сделай вот так. Если ты меня слышишь, нажми X. Ну, крестик нажми. Ага. Тогда вот покажи метку, куда ехать. Левер, покажи метку, куда ехать. Yes. Поедем. Yes, 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 yes. Ну. Сюда. Так, далее. Вот меня катят, врага катают. Привет, я вернулся. Я тоже. Давай, есть крылья у меня белые. Эти гироселы, что-то сломалось. Крылья крафтить надо. Да, поставил лайк. Ай-яй-яй, да-да-да. Так, точно. Магазин. Ха-ха, сейчас я затарюсь. У меня денег нету. Вообще ты хорошо водишь машину. Профессионалы. Все равно тут. Класс, лайкнул. Все отлично. Пошли! Молодцы! Всем спать! Я куда еду? Вот, как он называется? В оружейный магазин. У меня один пистолет. Приехал в оружейный магазин. Я скуплю себе что-нибудь, а то у меня вообще нифига нету. Давай, Клера.
подымаешься, че ты? Так, мне что-нибудь покруче есть что-нибудь, чувак? О, все, ничего нельзя, да? Все дорого? Все 11, 15, 13. Вы что, издеваетесь, что ли? 11. You racked up some more ammunition rewards points. А у меня столько денег нету, чувак. Чего орёшь-то, блин? Давай вниз. Что это за потолка? I keep one of those under my pillow. У меня этот карманный пистолет есть. Так, мне надо патроны. Где патроны-то? You really need a strong stone to pull that off. И покажешь свое оружие новое? Денег нету, блин. Вот. Мне надо патроны. Ну что ли? Уровень, блин, повысить надо. А это че за хрен? А это ты что ли? Фу, блин, рыжий тоже. Теперь у меня должна быть пистолетом она. Стой, пожалуйста. Клевер, постой. Всего 12 патронов. Клевер, Клевер, покажи свое новое оружие. Смотри на мое. Покажи новое. Смотри. Вот так сделай и покажи новое. Смотри, как мой стреляет. Ты купи его, прикольный. А твой как стреляет. Денег нету, блин. Покажи. Денег нету, вот, смотри. Ну не меня вот на пол не знаешь, извини. А, пистолет. Кстати, купи себе. А, ну окей. Да нет, у меня денег. Давай возьмем машину нашу. Большие, ну просто. А, смотри, клевер, что у меня есть. Ясно, клевер, обернись. Как? Что у тебя есть? Клевер, мне уже пора. Не через 5 минут. Давай еще 5 минут поиграем. Давай, побежали. Клевер, смотри, что у меня есть. Клевер, обернись. Смотри. Вот смотри наверх. Смотри наверх. Прикольно. Ага. Еще если стрельну, ты будешь гореть. Понятно, ракетница называется. Надо тут кое-что проверить. Ну ладно, давай пока, Клевер. Давай пока. Клевер, постой. А я слышу, я тебе одну вещь покажу, окей? Ничего блин, делаем. Блин, за тебя. Что? Что? Подожди что? Ты. Ой. Что? Постой. Окей. А, вот, Клевер, смотри. Если хочешь мне сказать пока, сделай вот так. Сейчас, подожди. Ладно, давай, пока, Клевер. Пока. А, пока. Пока, пока. А ты завтра будешь стрим делать? Вот, видите? У меня голова в асфальте. Сейчас, стой. И где? Мы заходим под землю. Та-да-та-та-да. И как мы видим, он нас не видит, а мы его видим. Я не понимаю, что. Воу. О. Ну ладно, давай, пока, Клевер. А ты завтра давай, будешь пока. Стримить?
Если да, то напиши мне, я тебе сейчас напишу. Вот сейчас прям в живом. Смотри. Да. Вот. Ну я тебе вот так просто отправил. Смотри, чтобы мне отправить сообщение, вот нажми контакты, и там будет мой ник. И отправь, ты будешь стримить, просто напиши да или нет. Давай, я пока потом... подожду. Бу-бу-бу. Не знаю еще. Возможно. Там контакты и разные игроки. Я вот там показал, мои. Показал. Да подожди ты немного. Ладно, давай. Клевер, давай, ты отправил? Да, вот я показал, как я зашел по... Ладно, всем. Давай пока, Клевер. Давай пока. Пока. И теперь мы с вами будем что делать? Убивать всех. Кто будет приходить, куда? Вот в этот магазин. Из-под земли. Вот так. Раз. Вон видишь, чувак стоит. Сейчас мы его шлепнем. Мы находимся под землей. Сейчас мы заправку бомбанем. Никому не говори. Всем пока. Во. А не, сейчас я повернусь, чтобы красиво было. Да. Поворачивайся, чувак. О.